Здравствуйте, вы смотрите информационную программу Deutsche Welle «Геофактор». Главные темы сегодня. Грексит отменяется, апрельский платеж Греции выплатит кредиторам в срок. Сепаратисты в городе, Донецк год назад и сегодня. Статус беженца, почему Германия не дает украинцам убежище? Уже с этого понедельника международным аудиторам в Греции будет проще работать. И это главе Международного валютного фонда Кристин Лагард пообещал министр финансов Греции Янис Варуфакис. Еще одно обещание – апрельский платеж МВФ в 450 миллионов евро Афины выплатят в срок к 9 апреля. По словам Варуфакиса, Греция будет придерживаться всех обязательств в обмен на обещанную финансовую помощь. Ранее сообщалось о предупреждении Афин отсрочить апрельский платеж МВФ, потребовав от кредиторов досрочно выплатить стране новый транш в 7 с лишним миллиардов евро. От Греции, которая уже несколько лет балансирует на грани дефолта, к другой стране, которая оказалась в экономической яме – Украине. Здесь, правда, в отличие от Греции, ситуация усложняется еще и геополитическими проблемами. Ровно год назад, 6 апреля, в Донецке прошла самая массовая акция протеста. Апогеем пророссийского митинга стал захват здания Донецкой областной администрации. О том, как все начиналось и как сейчас живет Донецк, словами очевидца в сюжете нашего СОПКОРа Александра Индюховой. Оператор Роман Степанович в спешке пересылает снятое видео в редакцию. До отправления автобуса Киев-Донецк остается всего пара часов. Надо много успеть. Роман – автор многих кадров международных агентств о событиях в Донбассе. Донецк – его родной город. После захвата областной госадминистрации год назад Роман для себя решил, российские и украинские телеканалы слишком нагнетают ситуацию, и он хочет работать только для западных СМИ, которые считает нейтральными. Там, ну, было там совсем чуть-чуть человек, там, этих ополченцев, тогда еще оружие, серьезно, они были просто с палками, с какими-то деревянной палкой, там, с гвоздями. И при этом нагнеталось это потом, что там что-то в Донецке такое там невероятное происходит. То есть поначалу это все раздули очень сильно. Архивные кадры. Донецкая область год назад. На административных зданиях уже появляются флаги самопровозглашенной ДНР. В мае власти непризнанной республики объявляют о желании вступить в состав России. В июне начинаются обстрелы города. Многие жители покидают Донецк. Большинство районов разрушены или повреждены, а самый центр города остается почти нетронутым. Один из необъяснимых контрастов, которые запомнились Роману. Со своей камерой он обошел множество подвалов, где прятались потерявшие свой кров люди. Ну, там воды где-то, ну, где-то по щиколотку. Грунтовую воду. И там живет где-то 15 человек, и у них посменно они эту воду вымакивают, куда-то выливают, и живут они исключительно за счет гуманитарки. Водитель тебя везет 10 минут в центр, и ты идешь в хороший ресторан, заказываешь крафтовое пиво с хорошим бургером, и вокруг девочки с красивым макияжем. Центр Донецка в феврале. Здесь, как и до войны, регулярно убирают улицы, в домах есть свет, вода, газ и даже отопление. Во время сильных боев были перебои, но относительно быстро все ремонтировали. С перебоями, но ходит общественный транспорт, часто, правда, проезжают танки и военная техника. Виктория Сильченко, режиссер из Новосибирска, почти год провела в Донецке, как и Роман, работая фрилансером для западных СМИ. Она хочет рассказать в своем документальном проекте о контрастах, которые она наблюдала в городе. Я заходила в магазин Гарри Вебер. То есть Гарри Вебер – это очень дорогая одежда. Я говорю, ребят, вы вообще как выжили? Я говорю, да нормально. Я говорю, что к вам люди приходят, покупают? Я говорю, да. Особенно, говорю, все, кто вернулись, приходят к нам, покупают. Это такая очень странная война, когда есть люди, которые на этой войне действительно, я думаю, делают хорошие деньги на самом деле. Власти, самопровозглашенные ДНР, создали свое правительство. Они даже пытаются собирать налоги. Самопровозглашенная республика заявила о создании своей конституции и даже о работающих судах. Но мало кто из жителей обращается к ним за помощью. А это вот мне больше напоминает 2000-е в Сибири. Апеллируют к своим каким-нибудь знакомым ополченцам. Они не в милицию ходят, они не в полицию звонят. Они звонят каким-нибудь друзьям, слушай, меня обидели, помоги мне, пожалуйста, приедь, разберись. Вот знаете, как была мафия какая-то, там были какие-то там группировки бандитские раньше, когда друг другу там стенка на стенку уходили. Вот это что-то подобное. Я пытаюсь это понять, как это вообще работает. Я не знаю, это сложно. Я вот не могу сказать о том, что я мало книжек читал, но вот я не знаю такого эпитета, которым взять это все и описать. Вот, наверное, самое лучшее слово – это смута.
Украинские законы в самопровозглашенной республике уже не действуют. Российские еще не вступили в силу. На этом перепутье рубль уже объявили второй официальной валютой в Донецке. В магазинах цены указываются и в гривнах, и в рублях. У простого населения, если деньги и остались, то это гривны. Что будет дальше, никто не знает. Как жить дальше, не знают ни те, кто остался в Донецке, ни те, кто с началом боевых действий решил все же уехать из родных мест. По данным ООН, за время боевых действий на юго-востоке Украины свои дома покинули более 1,5 миллиона человек. Большинство из них выехало в другие регионы Украины, многие отправились в соседнюю Россию, а кто-то решил попытать счастье еще дальше. Германия – мировой лидер по числу беженцев. Сейчас выросло число заявок и от украинцев. Только в прошлом году, с началом боевых действий, число граждан Украины, которые хотят получить убежище в Германии, выросло в 20 раз по сравнению с годом 2013. Были поданы почти 2700 заявок о предоставлении политубежища. Сейчас украинцы ежемесячно подают по 300 таких ходатайств. Есть ли у них шанс, выяснял моя коллега Катерина Иванова. Ярослав – родом из Донецка. Прошлым летом, в разгар боевых действий в Донбассе, он вместе с женой и сыном приехал в Германию в надежде переждать неспокойное время у родственников. Когда стало ясно, что возвращаться некуда, они подали ходатайство на получение убежища. Ожидать соответствующего решения семью Ярослава отправили за сотни километров от родственников на другой конец Германии в распределительный пункт для беженцев. Там, конечно, был ужас. Спали на матрасах на полу на бетоне. Чтобы пройти первичную регистрацию, чтобы у тебя пошел отчет пребывания здесь уже. Официального пребывания как просящего убежища. Вот если ты не зайдешь в этот кабинет и не зарегистрируешься, то есть у тебя не идет этот отчет. А в этот кабинет невозможно попасть. Позже Ярослава с семьей поселили в этом приюте. При поддержке социальных служб и волонтеров им удалось наладить скромный быт. На еду и одежду каждый член семьи получает пособие примерно по 300 евро в месяц. По немецким меркам деньги небольшие, их едва хватает. Ярослав мечтает найти работу. Мне очень стыдно, допустим, те же самые вот эти деньги получать и сидеть ничего не делая. Я давно хожу здесь и говорю, что я хочу работать. Отказаться от этих социальных выплат, ну потому что я эти деньги не заработал, в конце концов. Но всем, кто ожидает решения о предоставлении убежища, работать запрещается. Так же, как и свободно перемещаться по Германии. Ярослав чувствует себя изолированным от мира. Чувство неопределенности угнетает. Такая ситуация может затянуться надолго, считает Бернд Мезовец, представитель правозащитной организации «Проазюль», которая занимается вопросами беженцев в Германии. Всегда в начале каких-то кризисов или войн немецкая власть выбирает стратегию выжидания. Мол, подождем и посмотрим, как ситуация будет развиваться. Ведь в начале конфликта еще неизвестно, какая из сторон в итоге окажется преследуемой. Другая причина того, почему рассмотрение дел затягивается, кроется в самом числе беженцев. В последнее время оно существенно выросло. В течение последних месяцев правозащитникам постоянно поступают звонки и мейлы от украинцев в Германии. Многие надеются помочь родственникам, которые пострадали от боевых действий на востоке Украины, остаться в Германии. Но, согласно статистике, шансы на это у беженцев из Донбасса небольшие. На запрос в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Deutsche Welle получила такой ответ. На сегодняшний день беженцам из Донецкой и Луганской областей убежище в Германии не предоставляется, потому что существует альтернативная возможность переезда в мирные регионы Украины. Ярослав знает, что шансы его минимальны. Если ходатайство о предоставлении убежища отклонят, это может стать и финансовым ударом по немецким родственникам Ярослава. Не исключено, что на них могут переложить часть затрат, связанных с пребыванием беженцев в Германии и возвращением их на родину. Ведь все, кто делают приглашение родственникам или друзьям, берут на себя и финансовые обязательства. Пока в Донбассе сохраняется относительное спокойствие, но как долго, на это вряд ли кто-то ответит. Сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности провести референдум о федерализации страны. В первую очередь это коснулось бы Донбасса. Тему продолжим в новостном обзоре. Президент Украины готов провести референдум о федерализации страны, если в нем будет необходимость. Об этом Петр Порошенко сообщил в понедельник на первом заседании комиссии, которая занимается разработкой конституционной реформы страны.
Украинский лидер уверен, что модель государства в итоге останется унитарной, поскольку ее поддерживают почти 90% населения. Кенийские ВВС нанесли бомбовые удары по двум предполагаемым базам экстремистской группировки «Аш-Шабаб» в Сомали. Военные провели операцию через несколько дней после теракта, который устроили сомалийские экстремисты. В результате нападения на университетский кампус в городе Гарисе погибли почти 150 человек. В Турции закрыт доступ к микроблогу Twitter и видеоплатформе YouTube. Это решение власти объясняет тем, что в этих социальных сетях распространяются кадры недельной давности с прокурором в тот момент, когда террористы взяли его в заложники. Позже он скончался в больнице. Швейцария после двухлетней модернизации возобновила работу большой адронный коллайдер. Сообщается, что к концу мая мощность ускорителя элементарных частиц станет вдвое больше, чем до его остановки в 2013 году. Как говорят ученые, перезапуск коллайдера поможет получить новые данные о происхождении Вселенной. Ученые рассчитывают с помощью ускорителя частиц разгадать загадку темной материи, одной из самых больших тайн Вселенной. За новостями на планете Земля следите на сайте Deutsche Welle в интернете, а Геофактор расскажет о развитии событий завтра. Я желаю вам всего самого доброго и оставайтесь с нами.